И, друзья, встречайте, для вас поет Анатолий Огилевский. Hello, Питер! Мне приятно, что я сегодня в легендарном Питере, популярном дворце СКК. Сегодня много зрителей. В зале 15 тысяч человек. 30 тысяч глаз поддерживают меня на этой сцене. Спасибо, что пришли. И спасибо за то, что не забываете меня. Сегодня наша программа называется «По странам, континентам» и «Back to Russia». Называется она так, потому что, побывав в разных странах и городах, я снова в России. Я привез приветы от ваших друзей, родных и близких, живущих за границей. Я привез их благословение и веру в лучший завтрашний день. Дай Бог вам здоровья, дай Бог терпения, дай Бог свершения вашей мечты и надежд. Я хочу посвятить первую песню нашим женщинам, мамам, сестрам, женам, подругам, без которых на этом свете мы, мужчины, не могли бы существовать. Я хочу пожелать им здоровья, счастья и терпения с нами. Помните, что вы самые дорогие, родные в нашем сердце. И я уверен, что говорю об этом от имени всех мужчин. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Невеселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты и песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их неистовой силою, и слезами, и поцелуями обниму. Просто чудится, а
очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в окоп закована, драгоценная ты, моя женщина.